Чувак, ты играешь? Нафига? Всем привет, с меня Александр Сучков, и в этом видеоролике я буду... Да, опять вопросы будут, опять что-то будем делать. В общем, готов отвечать на ваши вопросы. Да. У меня в руках ноутбук. И опять этот парень, конечно. Да, это он. А, ладно. Так, ну что ж, давайте начнем тогда. Значит, давай, собирай вещи тогда. Так, ладно. Ну что ж. Как всегда, задавай мне вопросы. Я готов, все. Давай, приготавливайся там. Так. Сейчас ты будешь задавать мне вопросы, и я буду на них отвечать. Да, я знаю. Ладно. Но сначала давай. Подпишитесь на его канал, на Нубаса. Как всегда, вот представляешься, давай. Давай. Снова здесь, ты, вот, меня зовут Прочэнел, и сегодня мы с Александром Сучковым буду, в общем, задавать ему вопросы. Ладно. Итак, задавай мне первый вопрос, я на него отвечаю. Давай. Почему тебя заблокировали в ВК? Меня заблокировали в ВК потому... Вот вопрос. Наверное, потому что... Я не знаю, почему. Наверное, потому что... Потому что я не знаю, почему. Вот. Ну и что? Так. А дальше что? И только так. Значит, что? Дальше. Следующий вопрос. Да. Как тебя заблокировали? Ладно, отвечу нормально. Меня заблокировали ВКонтакте из-за того, потому что... Там, в общем, начали на меня ругаться, то есть жаловались. Ну да, отвечай нормально. Поэтому меня заблокировали на той странице. Да, из-за накруток, из-за всякой вот этой хрени, которой я занимался до этого. Точнее, я про это не снимал, но я это делал. Поэтому некоторым людям это не понравилось. Я буду не называть этих людей. В общем, те люди, которые это сделали, просто дебилы, тупые, и я их ненавижу. Так, ладно, давай забудем об этом, ладно. Дальше давай задавай вопрос. Так как же тебя заблокировали? Меня заблокировали... Как вообще? Я не знаю, как меня заблокировали. Наверное, просто пожаловались люди на меня. И поэтому меня заблокировали. Ну как же? Ну да, понятно. Вообще заблокировали навсегда. Все. Да, страница. Не знаю. Просто все, ее нету. Ладно, дальше. За что тебя заблокировали? За что? За, я тебе сказал, за то, что за вот эти вот читы, за NVIDIA чит, то есть который накручивал... Ну конечно, который ты накручиваешься. Который накручивал там друзей, лайки, репосты и там всякие другие... Опросы, то есть голоса, опросы, всякие другие. Тут в комментарии там все это было, за это и заблокировали. Так, ладно. Следующий вопрос, так. Что ты собираешься делать дальше? Ну, да ладно. Отвечай. Ладно, мы сейчас... Давай, вопрос хороший. Короче, давай, отвечай на вопрос. Давай. Ладно. Что ты собираешься делать? Ну? Давай. Давай. Я задал. Давай. Я задаю, в общем. Что дальше я буду делать? Что ты будешь делать дальше, да? Это реально сложный вопрос, потому что... Что я буду делать дальше? Выпускать новые видеоролики, как всегда, я буду что-то делать. Ну, понятно. Не найду. Все как было, так и останется. Вот нового. Новый плейлист только будет. Ну, ладно. Давай дальше. Что ты можешь сказать про лето? Что я могу про это сказать? Ну да, скажи. Это сложно. Конечно, будет и антигриффер. Шоу, ладно, все будет там, все новые видео. Вы ну знаете, конечно, мы все это знаем, то что. Там еще. Ну, эксперименты, наверное. Давайте посмотрим. Конечно, дальше. Эксперименты нужны. Да, давай дальше. Кого ты смотришь на ютубе? Ой-ой-ой. Какой будет следующий видеоролик? Конечно же, будет про... Игры. Видеоролик, да. Конечно. Какой еще будет видеоролик? Видеоролик будет про игры. Я буду снимать или CSGO, или Warface опять. Или что-то новое придумаю. Ну понятно. Это не точно. Я не умею придумывать ничего нового. Но это не точно, ребята.
Это точно, ребят. Ладно. Я не хочу ничего придумывать, поэтому не буду. Будешь. Потому что нужно. Я могу, но не хочу. Для ладно, канала нужно. Начали. Давай дальше. Кого ты давай, смотришь на Ютубе? Я про игру. Ладно, давай дальше. На Ютубе кого смотришь? Я смотрю на Ютубе... Да какое тебе дело? Ютубе? Разных ютуберов... Нормальный вопрос. Буду. Но я смотрю тех ютуберов, которые снимают там про эксперименты какие-то. Ну, если вы знаете этого человека, который делает тупые эксперименты, его называют все. Все его тупым называют. Да, М называется, да. Вы, наверное, поняли, о ком я. И тот, кто играет в CSGO. Точнее, те люди, которые играют в CSGO, там что-то рассказывают того, чего я не знал, всегда они... Мясник, Олег, прилив, да? Да, я этих людей смотрю. Дальше. Так, еще кого я смотрю? Ну, я смотрю всякие геймплей игр, выход новый игр, значит. От Пеги. Ну, трейлеры смотрю на Ютубе только, ничего больше не смотрю. Вот, которые трейлеры от игр новых, CSGO смотрю на Ютубе. Канала именно. И вот эксперименты. Больше ничего на Ютубе такого не смотрю. Пока что не смотрю. Я раньше смотрел много чего, там всякие антигрифер шоу я смотрел, там разные паркуры, всякие другие вещи. Но сейчас я смотрю только CSGO. Окей, давай дальше. Ладно, давай дальше. Скажи точную дату выхода NM8. Точная дата выхода Нубас мультфильм 8? Да. Неизвестно, ребят, конечно же. Известно. Потому что, точно. Да, я работаю над этим мультиком пока что один, потому что раньше я работал, конечно же, с друзьями со своими, а сейчас нифига. Сейчас я работаю над ним один. Ну, вообще, я работал над ним один. Я вам расскажу секрет. Ну ладно. NM8 уже вышел. Потому что, как вам объяснить-то? Друзьями мне только помогали в том, то, что они мне помогали все картинки, которые рисуются на бас-мультик, как ну да, все, давай. Это все сложить в одно видео, в общем, такое интересное. Ну ладно. В общем, на бас-мультик работает сейчас один. Я почти доделал эту серию. Я почти ее сделал. Уже сделал, точнее. Это не точно. Там я. Мне еще долго ее доделывать, это не, нифига. Длинная, она будет интересная, и там будет реальный сюжет. Но пока что дата выхода неизвестна, поэтому давайте подождем хотя бы лето, давайте июня, июля, августа, может там когда-нибудь выйдет. Да, ну да, уже вот серия готова. Я хочу заканчивать все-таки первый сезон. Про второй сезон я не знаю, наверное, его все-таки не будет. Но это не точно, вы не думаете, что его там не будет. Нет, он, возможно, будет, конечно, второй сезон, но он будет уже в 2018 году. 2018 год. Это тот год, когда выйдет новый Нубас мультик, новый сезон. Тот год, который выйдет что-то новое на канале Нубас. Или что-то еще новое выйдет. Это не точно. Выйдет только Нубас мультик. Ну и канал дальше выйдет. Ну конечно. Так, следующий вопрос. Будут ли новые герои? Будут ли новые герои, конечно, в Нубас мультике. Да, будут новые герои, да, точно. Какие будут герои? Да, новые герои будут, пока что я про них рассказывать не буду, потому что, как бы, эти герои, они как бы, лучше про них не рассказывать. Это реально секретные герои, которые лучше вам про них не рассказывать. Ну, не расскажут, конечно. Сами вы знаете, кто они в новых сериях мультика. Ну да. Ладно. Дальше будешь снимать. Чел. Я не знаю уже. Ты чего? Так. Ты играешь? Нафига ты в Left 4 Dead 2 играешь сейчас? Эй! Да не, нифига! Давай выключай. У нас вопросы, хватит играть. Хватит играть. Давай, вопросы. Потом будешь играть. Это не то, что вы думаете. Чел. Чел. Давай выключай. Или я тебе что-нибудь кину сейчас. Давай. Ну ладно. Посмотрим, что будет. Ты играешь? Ты играл? Ты играешь в Left 4 Dead 2 сейчас? Нет. Да, ты играл только что. Left 4 Dead 2. Докажем. Это не то, что вы подумали, ребята. Это просто... Нет. Давай. Что лучше, CSGO или Warface? Что лучше, CSGO или Warface? Ну, даже если да, то этого не докажешь никогда. Ладно, так, следующий вопрос. Что лучше, CSGO
Что лучше? Что лучше? Я не знаю, что лучше. Наверное, эти две игры, они... Все они... Интересные. Почему ты играешь в Warface? Я не знаю, как на этот вопрос ответить. Наверное... Наверное, они все нормальные. Ладно. Давай. Играю. Да, я играю. А почему я играю? Наверное, из-за рангов. Из-за того, что там интересно. Там интересные какие-то все-таки есть моменты. Там есть миссии интересные, которые можно сыграть. Ну, вроде поэтому я играю. Ну, конечно. Потому что там... Конечно. Там интересно. Там постоянно что-то новое. Когда будут новые стримы? Ладно. Просто я играю, потому что она мне нравится. Что CSGO мне нравится, что Warface мне тоже нравится. Так, я хочу узнать. Новые стримы. Ты все знаешь. Стримы? Стримы будут... Я не знаю, когда будут стримы. Потому что это все не точно. Это я пока что не знаю точного дата выхода этой всей хрени. Но стримы точно будут, но не сейчас. Когда будет сервер? Не сейчас, не в этом месяце, но, наверное, летом уже точно будет стримы. По какой-нибудь игре. Я точно не знаю. Посмотрим, короче. Ну, конечно же, неизвестно. Я не знаю, когда он точно будет. Но, возможно, он будет на канале. То есть, это еще да ну нафиг. Да, я раньше его снимал. Но сейчас, как бы, я в эту игру не захожу, поэтому... Ну, я давно не заходил, поэтому... Хочешь? Я не знаю, я не хочу что-то играть. Когда захочу в нее сыграть, тогда поиграю. Раньше ты снимал Нубас ТВ. Почему сейчас нет? Я про эту игру не хочу снимать видео, поэтому я этого делать не буду. Ну что ж, давай дальше. Ну конечно. Сейчас нету Нубас ТВ, потому что... Сервера. Потому что сервера отключены. Потому что, если вы не помните, я писал в группе, потому что все сервера просто слетели. Все, которые сервера, которые у меня были, они все слетели, их теперь нету. То есть они раньше были, да, они все работали, но потом они все... Короче, та штука, которая снимает в CS. Поэтому раз нет серверов, где был именно CS. Вот HLTV, то есть стимовский вот этот бот, или не бот, в общем, камера, которая следила за всей игрой, вообще в игре. Что ты готовишь нового? Да, она пропала, так же как и сервера, поэтому нету новых Nubas TV, поэтому как так. Я не знаю, новые видео, наверное. У меня дофига, у меня целая папка таких видео, которые я еще не выложил, они выйдут точно, я вот вам обещаю, они выйдут. Ну, немного попозже, потому что там много чего еще не смонтировано, ничего не сделано, и, в общем, там не все готово. В общем, ждите. Ну да, конечно. Когда этих видеороликов. Они выйдут, наверное. Да. Их выпустить нужно где-то потратить, наверное, неделю, чтобы все их выпустить. Потому что видеоролики реально очень огромные. Ну, понятно, довольно. На несколько гигабайт. Когда будут новые эксперименты? Нужно потратить один день. Да, получается очень долго. Потому что там очень долго снято. Ладно, давай. Это следующий вопрос. Эксперименты будут. Если что, ребят, у него там много. Потому что сейчас. Сколько проживет твой канал? Какие там эксперименты? Вы что, эксперименты? Потом будут, потом, конечно же, потом. Ну не сейчас. Давай дальше. Сколько проживет мой канал? Сколько он может прожить? Я даже не знаю. Не знаю. Я несколько раз уже забрасывал, потом опять возвращался на него. Возможно. Но это не точно. Может быть, несколько лет. Уже я это сказал. Ну, наверное, не знаю. Ну, года 3. Хватит это говорить, это тупо. Это уже не модно. Может что-то еще будет, я не знаю. Может через год закроется, я не знаю. Это не точно, ребят. Ну да. Так что... Все уже поняли. Это не точно, нет, точно. Так что нет. Канал
закроется. Сколько ты потратил денег? Ну, максимум через 3 года. Там он вообще закроется полностью, потому что канал уже закрывался, и ну, да. Вы его закрывать пока что не хочу. Все знают. Давай дальше. Да ладно, этот вопрос задают почти все мои подписчики. Дофига. Очень дофига. Прям. Ты что? Точного числа я не знаю, я не считал, но очень дофига. И за сколько ты вообще тратишь? Может быть, тысяч, я не знаю сколько. Ну а точно есть количество? 1100, наверное. Нет, ну я точно тоже не знаю. Ну дофига, короче. Ну, очень дофига. Очень. Я точно не знаю. Ну где-то, может, 150 тысяч. Может быть, где-то под 200 тысяч. Наверное, вот где-то максимум 300. От 100 тысяч до 300 тысяч. Где-то так. Я точно не читал, но не 100 тысяч точно, ребят, точно. 150 тысяч, ну, возможно. Ну, я не читал. Если бы я все это... Ладно, давай следующий вопрос тебе поставим. Я бы уже знал правильный ответ. Но пока что я не читал. Когда будут новые прохождения? Как я могу так знать? Я не знаю. Потом подумаю. Может, напишу в комментарии. Давай дальше. Прохождения уже идут. Новые прохождения, они идут, разных игр. Сейчас, в данный момент, я прохожу только Mass Effect Andromeda, но пока что я не собираюсь. Ну, понятно, те прохождения, которые я уже снял. Я понял. Потому что их надо долго монтировать, а я не хочу монтировать, поэтому... Поэтому позже выйдет, да. Но точно выйдет, я это знаю. Посмотреть вы это можете на его канале. Ну, 3 части я, наверное, уже заснял. То есть, одну часть я выложил, ну, я вам уже показал то, что я в нее играю, я ее прохожу. И когда будет антигриффит шоу? Так что они выйдут, наверное, летом. Давай задам вопрос. Это вот точно. Я задал вопрос. Давай. Я уже задал. Ладно. Давай. Да, последний вопрос. Давай. Нет, ты на этот вопрос точно не отвечал. Давай. Последний вопрос задавай. Ладно. Я не знаю. Наверное, лето. Ой, антигриффит шоу, это где он ищет грифферов, и там, в общем, их избивает. Ну, я точно не знаю. Такой вот наш нубас. Ну, вообще, по идее, это все снимается летом. Все, ты закончил? Ну, молодец, ладно, все, мы закончили, наверное. Надеюсь. Ну, ладно. Все? Ладно, убирай тогда ноутбук. Все, мы, наверное, закончили. Так, это все закончил? Все, и, то есть я все, могу уходить, да. Ну, это понятно, все. Я тогда концовку включаю и все. Ничего больше нет. Ладно, это конец. Ну все. Я все это время. Все, понятно. Вот все сидел. Ребят, подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. И на его канал тоже. Ладно. Все, надо это убирать. Ну конечно. Это вот все то, что ли? Ребята, подписывайтесь на его канал. Пожалуйста, подпишитесь на его канал. Подпишитесь. Ну что? Надеюсь, вам понравилась эта часть, потому что следующая часть будет интереснее, но она будет позже. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сусанин.